Аромат, конечно, просто трэш. Каша. Тоже перец чили. Блин, как мне повезло. Ребята, всем привет. Сегодня у нас очень оригинальный челлендж. 24 часа едим только палочки. Мы приготовили целую кучу, груду палочек. Тут есть вкусные, есть такие себе. А есть ужасные. Да, просто... Надеюсь, они мне не попадутся. Надеюсь, мне тоже не попадутся. Но решать, кто же что будет кушать, будет вот этот вот маятник. Ну что, поехали? Сейчас начинается завтрак. И да, чуть не забыла, в этом видео приветики от меня получают Амина, Ася, Злата, Велина, Маша, Айсель, Элеонора, Катя. Всем большой привет, девчонки! И да, вы угадали, в прошлом видео было 8 пасхалок. В этом видео я тоже спрятала от вас пасхалочки. И те, кто хотят от меня получить приветики, то обязательно пишите под вот этой вот фоточкой в Инстаграм, сколько всего этих пасхалочек было. И я вам обязательно в следующем видео передам приветики. И может быть в моем сторис. Всех люблю. Давайте начинать. Так, ну что, друзья мои, вот мы распределили все наши палочки. И сейчас каждый из нас будет крутить маятник, и что-то кому-то достанется. Ты первая? Да, я хочу. Ну давай, поехали. Что же достанется Алексии? И одну мы еще выберем общую. Да, кстати, друзья мои, если вы все еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайте. Конечно же, мы надеемся на ваш лайкосик. И, конечно же, поделитесь этим видео с друзьями. И Алексии досталось! Друзья мои, вам точно нужно ее поддержать лайками. Потому что ей, бедной девочке, досталось. Если честно, друзья мои, мы сами не знаем, что это. Но написано вроде бы суп том-ям. И, судя по всему, острый. Там, с креветками. Там нарисован перец чили. Перец чили, лайм. В общем, здесь все самое не очень хорошее. Не то, что любит Алексия. Ну что, теперь моя очередь? Да. Тык-тык-тык, тык-тык-тык, тык-тык-тык-тык. Ну, хотя я очень люблю всякое такое остренькое. Но только не креветки и том-ям, да? Нет, почему? Креветки я люблю. Вот и посмотрим. То есть ты должна радоваться. То есть ты должна сказать, ура, мне повезло. Мне повезло, мне повезло с говняной. Так, 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 так. Yes, друзья мои, мой завтрак будет очень даже удачный. Мне попадается клубничка. Посмотрите, сами палочки шоколадные и вот такие вот, хотя клубничные, но почему-то они такие как... Это вкусно. Как я? Это вкусно? То есть тебе повезло, тебе реально попался хороший сытный завтрак? Попробуй. Дай 5. Ничего себе. Попробуй. Вот это была хитрость сейчас. Мне реально нравится. Своеобразная, конечно, штука. Я сейчас воды налью. Она острая, реально. Ты не почувствовала? И маме острая, мне нет. Она реально очень острая, мне прям жжет. Тебе реально не жжет? Не может быть. Ну-ка, давай ешь еще. Сейчас только я принесу с водички. Раз ты у меня попробовала, я тоже. Нет, да. Нет, я не разрешала. Нет, 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 нет. Ну, у меня обычная сладкая палочка. Очень даже вкусная. У меня вкуснее. Я не знаю, тебе реально не остро? Не может быть. Ты не шутишь? Это вкусно. Мне кажется, Алексей сейчас придуряется. Вот просто скрывает, что ей попалась какашка. Ну и еще одну пачку мы сейчас съедим на двоих. То есть кому-то все-таки кто-то хитрит явно. Нет. В общем, одну пачку мы сейчас еще выберем на двоих и посмотрим. Нам нужно, чтобы маятник упал на вот эти вот 4 цвета. Ну что, ты будешь его? Угу. Тебе же везет сегодня. Да? Ну давай, твоей легкой руки, поехали. Ой, давай лучше ты, чтобы нам было сладенькое. Остро? Я же говорила. Ребята, она реально очень острая. Там даже нарисован перец. И нам попадается кукуруза. Для завтрака, кстати, по-моему, очень неплохо. Потому что все кукурузные хлопья, они кукурузные. Да? И завтрак кукурузные хлопья. А у нас кукурузные палочки. Просто обычные палочки. Видимо, из кукурузной муки, на самом деле, просто сделаны. Давай, вот тебе. Вот такие вот они. О, они, кстати, круче, чем мои. Пробуешь? Невкусно? Реально, они такие вкусные. Вот такие, друзья. Ну, кукурузные, нормальные.
Ой, а какой аромат кукурузный. Ну, пахнет реально кукурузными палочками. Вкусно. Очень-очень вкусно пахнет. И вкусно, очень вкусно. Кстати, я ставлю им 5 среди всего, вот даже в сравнении с этими. Ну и понятно, что в сравнении с том-ямом. А я ставлю 5 к этим. Ну, короче, на завтрак у нас все по правилам. Кукурузные палочки. Далее мы, друзья мои, пойдем с Алексеем на прогулочку. Там тоже мы решили сделать перекус прямо на улице. Ну и потом вернемся домой на ужин. Но все 24 часа мы будем питаться только такими палочками. Че? Невкусно. Невкусно? Мы вот вышли на прогулочку. Будем здесь кататься, развлекаться. Будем гулять. Ну, а потом перекусывать. Ребят, ну что, у нас сейчас такой мини-пикничок образовался, потому что у нас сейчас обед, а значит, мы будем перекусывать нашими палочками. Так, ну что, в прошлый раз ты первая крутила, теперь я маятник кручу. Посмотрим, что достанется. Говняшка, хоть бы говняшка выдавила. Я не знаю, что здесь на самом деле, говняшка, что не говняшка. В общем, на самом деле еще неизвестно, потому что ты сказала, в прошлый раз тебе очень даже все понравилось. Так, 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 так. Нет. Ясно! Ребята, мне попало. Дуриан? Дуриановая, вот такая вот муть, жуть, не знаю, как я это еще назвать. Я хочу очень сильно попробовать, потому что я всегда хотела попробовать. Договорились. Твоя очередь. Так, я кручу. Ребят, еще раз я вам напоминаю, если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. Обязательно подпишитесь, конечно же, поставьте лайкосик, потому что Алексею снова не повезло, ее очень нужно поддержать. Ребята, я не знаю, что это тут, вообще какая-то каша. Это тоже перец чили. То перец, да, это перец, вот это не пруха. Ну что, давай пробовать? А, подожди, ну что, будем смотреть, что нам сейчас попадется, да, общее, ну, что-то? Тут уже не важно, потому что тут все сладенькое. Тут все сладенькое, и что-то нам сейчас выпадет. Надеюсь, что вот это вот Орео. Тык-тык-тык, выпало непонятно что, переход хода. Нет, мне кажется, что, ну, вот это. На синенькую попало, ну давай, раз уж нет, попало. Нет, давай лучше все-таки перекрутим, да. Так. Итак, выпала, да, опять синенькая, но я думаю, что можно, да, выбрать вот такую вот синенькую, и это какая-то голубика, я не знаю, что это такое. В общем, будем пробовать это на двоих. А каждая из нас досталась какая-то гадость, я бы так сказала, на обед. Будем пробовать. Ну не плачь, деточка, тебе вот ребята обещают лайков много, честно. Покажи, что это. Нечестно. Ребят, реально, перец и всякая-всякая билиберда. Не знаю даже, что это. Ну, а мне дуриан. Конечно же, я совсем не фанатка дуриана, сразу вам скажу. Сразу же воды, пожалуйста. Сразу же воды. Это можно. Это не противоречит правилам. Пожалуйста, сразу же воды. Они еще и острые, мне кажется. Мне кажется, да, что они острые какие-то. Ну что, рассказывай, как это? Да, вкусненько. Солененько так. Ой, а мне уже пахнет, друзья мои, пахнет дурианом. Я ненавижу этот аромат. Нет. Ой, 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 это жуть. Аромат, конечно, просто трэш. Может быть, я не нюхая вот так вот. Иди мне нюхая. Это вкусно. Нет, это не вкусно. Друзья мои, Алексей опять нас обманывает всех. Нет, это реально вкусно. Но это, кстати, лучше. Нет. Сначала даже вроде как и ничего, а потом послевкусие ужасно, да? Мое попробуй, мое лучше. Нет, спасибо, спасибо, спасибо. Я не очень-то хочу пробовать какую-то биакушку. Я вам хочу сказать, что если не нюхать, то в принципе нормально, потому что мы ели в Таиланде дуриановые конфеты, сам дуриан я даже не решилась попробовать. А вот на вкус даже ничего, вот аромат, конечно, ужасный. Если не нюхать, то вполне сойдет. После воды она еще немножко ужаснее стала. Я, пожалуй, наелась. Пожалуй, как-то так. А, стоп, у нас же еще общая штука. Ну, она вкусненькая, поэтому ею мы обе будем очень даже сыты, я бы так сказала. Ну что, тут написано blueberry, что означает голубика. Ну, голубика всегда была вкусненько, так что это точно очень вкусно. У нас еще есть ужин. Вот такая вот пачка. Алексей напоминает, что ужин у нас еще впереди, мы проведем его дома. Да-да-да, вот такие фиолетовые штучки.
Но, конечно же, мы проведем наш ужин с такими вот палочками, с такими вот хрустяшками. Челлендж есть челлендж. Ну что, как тебе блюбери? Блюбери вкусненько. Она даже такая кисленькая, приятненькая. На жаре прямо самое то. Ну что, ребят, в общем, мы долго гуляли сегодня, и пикник у нас уже сегодня был, но сейчас уже пришло время ужина, так что мы будем сейчас подкрепляться. Кто первый начинает? Давай я, потому что тогда была ты. Давай. Я очень сильно хочу, чтобы мне попалось Орео. Ну хоть бы Орео, умоляю, Орео. Yes! Орео. Тебе выпало Орео. Вот такое вот Орео Алексии выпало. И осталось еще одно. Здесь написано, кстати, cookie and cream, а там что-то другое. Написано white chocolate. Ну, вообще, наверное, разные. Ну что, теперь кручу я, посмотрим, что достанется мне. Так. Алексей уже, видимо, очень голодный. Открывает поскорее. Хочется попробовать, да, что-то вкусненькое. Банановое. Давай мне банановую. Хочу банановую. Ну, это банановая. Ну, она, в общем-то, да, к ней идет. Так что самое ближнее к этой моей... шарику к моему банановая, так что мне достается реально банановая, как я и хотела. А у меня здесь вот такие вот палочки с, да, какими-то кусочками Орео. Какими-то вкусными кусочками Орео. Так, ну что, что ты можешь вкусно сказать? Вкусно? Я уверена, что это вкусно. Я думаю, у меня тоже очень вкусно, потому что, если честно, это мое самое любимое сочетание для десертов — шоколад и банан. Как вкусно. Думаю, что здесь тоже будет очень вкусно. Что ты хочешь сказать о нашем челлендже сегодняшнем? Как он тебе вообще? Как для тебя весь этот челлендж? Интересно питаться только палочками 24 часа? Да. Как тебе такая история? Интересно? Тебе понравилось? Да. На самом деле, друзья мои, я реально ожидала большего. Мне казалось, что он должен быть вкуснее. Я надеялась, что здесь будет жидкий шоколад, потом банановая какая-нибудь печенька или штучка. Ну, вкусно. Правда, вкусно. Ну, я надеялась на лучшее. Думала, что будет вкуснее. Так, ну что, таким вот образом, да, ты их распределила? Кто-то из нас теперь кому-то достанется одна, кому-то вторая. Так, Алексия уже... Как ты и хотела, тебе досталась клубничная. Ну, а мне... Орео, потому что ты еще не пробовала. Я как раз еще не пробовала, и мне достается Орео. А ты, кстати, потом сравнишь, расскажешь, какая из них лучше. Давай ты пока, кстати, расскажи. Как по твоему мнению, да, поняла, из всех-всех-всех на завтрак, обед и ужин, какая тебе больше всего понравилась? Мне, естественно, больше всего понравилась, которая была на завтрак. На завтрак какая? Остренькая, да, которая была? Ты серьезно? Ребят, то есть Алексия реально не пошутила. Она не пыталась нас провести, она реально испугалась, что ей такая попалась. А выходит, что она ей даже дает самую высокую оценку. Вы смотрите, какая крутышка, реально! Это нереально круто, если сравнивать даже вот с этими, видно, насколько они разные. Хотя они одинакового вкуса. Блин, как мне повезло. Ребята, это круто, это реально самые крутые палочки наверняка за весь этот день. Вот такая вот пачечка. Вау, вау, вау. Пробую. Они крутые. Нам надо сравнить. Даже не хочу пробовать. Это самые крутые палочки реально за весь сегодняшний день. Я везунчик. Мне все время везет сегодня. Yes. Ребят, если у вас будет когда-нибудь выбор вот это или вот это, 100% вот это. Это просто шикардос. Просто шикардос. Скажи, вообще прямо круть. Очень вкусно. Ребят, я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний челлендж. Обязательно жмите пальчики вверх. Обязательно делитесь этим видео. Я уже раз 5, да, это сказала? Или 25 сегодня? Ребят, в общем, мы очень просим вас все это выполнить, чтобы я об этом больше не напоминала. Ждем вас на наших новых видео. Всем пока-пока. Всех любим. Я правильно показала? Как-то я не умею это делать. Так. Не, вот так вот, сделаю вот так вот. А, блин, нет. Вот так, ну можешь и так. Ну можно и так.